Это начало экскурсии. Два этажа. На первом этаже рыбы, на втором этаже гады. Ну и если кто забыл, не стучать. Понятно? Это рыбки паку. Крупнейший представитель харациновых в Южной Америке. Встречается в бассейне рек Амазонка и Ориноко. Длину достигает 108 сантиметров, то есть метр. Но обычно около 70. Масса до 40 килограммов. Напоминает пираний. А ест на самом деле фрукты, злаки, водные растения. Мелких беспозвоночных и мелкую рыбу. Здоров! Они реагируют на движение. Боже, как красиво! Здесь сказали, где-то кошачьи акулы плавают. Пойдем искать.